ФРВ, да, как я и говорил, один встречает, второй смотрит, что в центр не вышли. Давайте сходу попрессим их, только построение соблюдайте. Да, все верно. Помните про фланги? Так, у них бот один. Ой-ой-ой. Так, попроще, да. Можно вернуть опорнику. Вот с тобой был, Вова. Хороший лучший. Трикстер, ты вернулся там? Опять. Я прикрою тебя, если что. Аккуратно поднимайтесь, фрукт. Ой. Ни хрена себе. Ты говорил 1.5 минуты. Что это такое? Да я испугался. Блять, хуёво. Так если мы сейчас выйдем с 1-0, они нам этого сам. Нагодеть. Чего у тебя с компом? У них тоже какой-то вылет. Идет. Дивер до ближнего. Раз, два, три. Что-то мы с тобой потеряли сыгранность какую-то. Давай по менее интенсивный забег, чтобы было надежнее. Раз, два, три. Давай еще раз. Тоже перед ним. Раз, два, три. Ё-моё, нихуя себе. Можно отыграться, отыграться. Нет, лучше отыграться просто. Так. Хорош. Смотри, это лезть. Отлично. Можно со мной, например, смотри. Хорош. Хорош. Так, а сколько у них там? Один бот, что ли, или два с вратарем? Два. Но бот-вратарь не так плохо. Блять, это было в Вове, я вообще не понял, куда пошло. Мешаю.
Да я моего, давай, соберись, что там у тебя происходит. Я думаю, не было сайта, прям на 100% было уверенно. Давай, раз, два, три. Но мне кажется, бот такие более-менее тащит, так что, наверное, там надо чуть понадежнее. Раз. А пипы тоже высокие, да? Давай удар, на подудар. Поехали. Раз, два, три. Блядь, а с таким навесом. Хорош. С таким навесом ухуй под удар получится. Это привычка просто становиться, чтобы подзамахнуть. Нихуя себе, хорош. Так, может, разыграют? Я пошел. Посмотрю. Нет, не разыграют. Беги, беги, красный. Помогаю. Хорош, хорош. Через вы нас сразу стирайте, там времени нет уже. Угу. Может быть навес аккуратно. Да блять, закончил уже тайм. Хорош. Ни одного сейва, что? Там еще два выхода из ворот? Или выхода на... Я имею в виду сейва, у меня опять перехват засчитал. Так тебя же не били вроде, или били? Но вот этот последний удар можно как за сейв засчитать. Вот навес. Играя вот так, играя вот так и рассчитал. Тогда почему у меня один перехват, а не два? Не знаю. Без понятия. Давайте я задушим. Пусть убивает. Блять, он идеально выбил. Хорош. Здорово. Разыграйте. Можно навес на дивер, если хотя лучше будет просто разыграть. Попробуй вернуть центр. Блять, двое.
Че, Андрюх, опять бак этот? Хорош, лучше. Можно, можно. Хорош. Пробуй северный центр. Давай. Еще попробуй. Хорош. Еще фрукты у тебя, покер там или что? Блядь, я не знаю. Хорош. Хорош. Здорово. Блять. Не везет. Забил. Дед, ты забил. Но мы это засчитывать не будем. Хорош. Да не торопитесь, давайте разыграем, может, победно могли еще 4, наверное, забить. Давай, раз, два, три. Виталь, все-таки возвращайся, все равно сейчас забьют нам на контре, это будет хуево. Давай, раз, два, три. Да блять, пиздец не везет. Хорош. Бля, чуть не забили нам сейчас. Да, потому что опять в центре один он стоял по итогу. Автогол или автогол? Как думаете? Автогол. О.
Хорош. Духой матч. Ура! Ну хоть. Да. Да, 7-0. Хоть мы и хорошо сыграли. Один. Девять. Да. Хоть мы дохуя забили на срок, как-то расслабы, но очень много пасов неточных каких-то, не знаю, необдуманных решений. Как-то вообще могли гораздо больше забить. Так, что сейчас? Да и в защите тоже в том числе. У нас сейчас эшелон. В защите в том числе тоже, блядь, не знаю. Не... Особенно на угловых. На угловых просто повнимательней, повнимательней. Рискованно. Они, по сути, там вообще без финтов, без всего, и все равно чуть не забили там один или сколько. Ну, получилось так,